Всем привет, я Жора, это канал Brutal Hero, и сегодня мы в особом месте. Сегодня мы в месте, где собран весь тополиный пух Ростова-на-Дону. Это запретное место, и сегодня я буду заниматься запретными делами. Я буду поджигать тополиный пух. Иногда ветер придает кучкам тополиного пуха причудливое очертание. Как в этот раз. Сейчас он придал этой кучке форму окружности. Давайте посмотрим, что будет, если ее поджечь. Причудливым образом образовал пентаграмму. Что-то происходит в центре. Господи, господи, это дьявол. Дьявол, мы призвали дьявола. Короче, пацаны, я знал имя этого дьявола, поэтому я так сказал, ифрит, изыди, и оп, он исчез. Ну и все разрешилось, все нормально вообще. Ребята, никогда не поджигайте тополиный пух. Дело это крайне зрелищное и интересное, но может привести к самым непоправимым последствиям. Если ты поджигал тополиный пух, ставь лайк. Если нет, палец вниз. Ну и осуждаешь это действие. Подписывайтесь на мой канал, спасибо за просмотр.